Друзья, это мы едем в Портленде. Это мы движемся в Портленде. Сегодня солнце в Портленде. Замечательно. И вот там вдалеке видна Сент-Хелен. Гора. Эх, уже не видно. Да, вот такой он Портленд. 205-ка. Красивый сегодня. Солнечный. 4 декабря сегодня. Но солнечно. Приятно. Для Портленда это редкость. Такие солнечные дни. 53 градуса по Фаренгейту сейчас. Такие мотоциклисты носятся между рядами, между машинами путаются. Такие дела, друзья. Ну, сейчас посмотрим, может быть, гору будет видно. На следующий холм заеду, может, оттуда будет хорошо видно эту гору Сент-Хелен, которая однажды взорвалась. В 80-м году, по-моему, вулкан бабахнул. Весь город Портленд, даже Ванкувер были покрыты, ну и все селения вокруг пеплом. Причем солидным слоем пепла. Церковь недавно построили, ну как, сравнительно недавно. Раньше ее не было, тут пустырь был на этой горе. Так, а ну-ка сейчас, что мы увидим? А вон она, красавица, это Сент-Хелен, с резаной макушкой, со взорванной. Там кратер туда, на север, мы с южной стороны едем. А кратер туда и все стекало на север, в сторону Сиэтла. Вот такие дела, друзья. Двигаемся мы в Портленде. Слава Богу за все. Сегодня пятница, конец недели. Слава Богу за все. Были груза, была работа. И сейчас еду домой. Разгрузил мой последний груз. Взял его в Сиэтле. Кент, это пригород Сиэтла. И вот привез его в Портленд, разгрузил его и уже еду домой. Замечательная погода, замечательное настроение. Только одно плохо. Никак не выберут президента нашего, не определятся. СМИ внушают нам, что Байден победил. Хотя все факты остальные говорят, что нет, не Байден, а Трамп. Дай Бог, чтобы суд и справедливость восторжествовала, чтобы могли доказать, все факты привести к главному суду. Скорее всего, до него дело дойдет, до Суприм-корта, где будет решаться вопрос, кто будет президентом. Потому что много противоречий. СМИ внушили уже большому числу не только американцев, но и всему миру, что Байден победил. Но мы верим и зная все факты нарушения, я лично думаю, что Трамп. И помоги Господь, чтобы так оно и было. Все в руках Бога. Хотя на самом деле, много раз я это уже слышал, и еще раз повторю, что не важно, кто президент, главное, что Господь есть Бог. Иисус есть Царь, Царь Вселенной. И это самое главное, друзья. И это самое главное, что Иисус есть Господь. И за Ним последнее слово будет в истории. Как бы люди ни восставали, как бы зло ни торжествовало, Ему положен предел и конец. Это временно. Но придет Господь и победит зло, сатану и все зло, которое Он принес, и всю ложь, которую Он принес людям. Слава Иисусу навеки. Вот такие дела, друзья. С такой вот как бы хорошей ноты хотел бы я закончить эту съемку. Пожелать вам благословения, вам и вашему дому, вашим семьям. Пусть Господь хранит вас. И храните вы себя для Него, для вечности, бесконечной вечности с самим Господом, который грядет. И эта жизнь ничто по сравнению с тем, что нас ожидает. Всех любящих Господа. Самолеты взлетают один за одним с Портлендского аэропорта.
Слава Богу за все, что мы имеем на земле и что будем иметь в вечности. Да будет Его имя благословенно отныне и вовеки. Все, друзья, с Господом. Пока.